47 миллионов долларов на летальное оружие для Украины предлагает выделить Совбез США. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на собственные источники в Госдепе. По их информации, деньги пойдут на покупку американских противотанковых ракет «Джевелин». Теперь слово за Дональдом Трампом и американским Конгрессом. Напомню, что в проекте федерального бюджета США уже предусмотрено 350 миллионов военной помощи для Украины.